Правда, если мы шоферы, то и дороги у нас тракты. ГИБДД Петрозаводска написала инструкцию для автовладельцев, попавших в аварию из-за ям на дорогах. Первое – остановить транспортное средство. Последнее – обратиться в суд. И указывает, какие выбоины, по официальной информации, вовсе не выбоины. Предельные размеры отдельных просадок не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см.